завтрашнего дня грузинские абитуриенты, не набравшие проходной балл на единых национальных экзаменах вузы, смогут подать апелляцию. Сделать это можно в здании Тбилисского технического университета, а также в региональных ресурс-центрах. Процесс обжалования продлится по 8 августа. Заявления принимаются с 10 часов утра до 6 вечера каждый день, кроме воскресенья. Стоимость подачи апелляции – 50 лари, это около 30 долларов. Деньги будут возвращены в том случае, если результаты экзаменов будут исправлены. Результаты апелляции станут известны через месяц после внесения документа. Все аппликанты смогут обжаловать оценку одного или нескольких тестовых заданий. Вместо несовершеннолетних абитуриентов подать апелляцию смогут либо сами родители, либо лица, имеющие нотариальную заверенную доверенность.